Всем привет! В эфире ваш проводник в мир отличных выходных. Чем себя занять и что непременно стоит посетить в Самаре, расскажу прямо сейчас. Уже завтра вся страна отмечает День России. Праздник в Самаре пройдет на третьей очереди набережной и площади Куйбышева. Центральным событием станет масштабный квест «Страна победителей». От речного вокзала до Струковского сада будут работать 60 тематических станций. Все точки квеста обозначат воздушными шарами, а участников встретят ведущие в фирменных футболках и объяснят правила игры. Самые творческие и активные получат призы. Вечером на площади Куйбышева пройдет концерт. Воскресенье утром как нельзя лучше подходит для йоги на природе. Площадка с практикой разместилась прямо у Волги. А еще лекции и мастер-классы, например, школа капитанов. Любой человек, родившийся у воды, мечтает о далеких берегах. Любая девочка завидует о соль, а любой мальчик хочет быть капитаном. Поднимать паруса, стоять у штурвала и вязать узлы. И главное, стремиться к неведомым берегам. Этому всему и научат на этом и других мастер-классах «Волга-феста». Программа «Феста» рассчитана на весь день. Скучно точно не будет. Самарцев приглашают на творческий вечер проекта «Поэты за дверью». На этот раз приготовили перформанс о Бродском внутри и снаружи. Уже сегодня вечером на Галактионовской, 46. В воскресенье идем в театр. На сцене Самарской площади «Кроткая». Спектакль о любви и о том, как порой мы не умеем слышать друг друга. О том, что у каждого есть свои внутренние законы, и часто мы не можем найти точек соприкосновения. И забываем, что наше солнце в любой момент может погаснуть. Солнце, тепло, атмосфера отпуска и дуэт «Санрайз». Сочетание волшебного вокала под чуткий аккомпанемент фортепиано. В репертуаре популярная музыка, известные джазовые композиции и песни на французском. Всех ждут во дворике музея «Модерна». На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!